«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Совещание. Кәңәшмә. Созвать совещание. Кәңәшмә йыйыу. Созвать совещание. Кәңәшмә йыйыу. Радий Хабиров планирует созвать совещание с защитниками Шихана Куштау. Радий Хабиров Куштау Шиханын яклаусылар менән кәңәшмә йыйырга планлаштыра. Радий Хабиров планирует созвать совещание с защитниками Шихана Куштау. Радий Хабиров Куштау Шиханын яклаусылар менән кәңәшмә йыйырга планлаштыра. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».